Близким другом Бориса Корчевникова рассказана история о его болезни. Несмотря на наличие разговоров о проблемах со здоровьем у Бориса Корчевникова, непосредственно сам ведущий не дает никаких комментариев по этому поводу. Во всемирной паутине интернет, в средствах массовой информации и в светской тусовке уже давно говорят о проблемах со здоровьем у 38-летнего ведущего. Непосредственно сам Корчевников подробности своих диагнозов вдаваться не желает. Журналисты уже предпринимали неоднократные попытки поговорить с Борисом на эту тему, но каждый раз он отказывался обсуждать данную тему. Да, иногда вскользь он говорит о своем здоровье в разговорах с другими звездами. Например, общаясь с Андреем Соколовым, ведущий признался о перенесенном в детстве менингите. А во время разговора с Игорем Крутым ведущий признался в плохом слухе. Больше ясности в вопросе здоровья Корчевникова привнес его старый друг. По его словам, Борис потерял слух в результате возникшей в мозгу опухоли. Несмотря на тот факт, что опухоль была доброкачественной, она нанесла определенный урон мозгу, в результате чего почти полностью пропал слух. Также товарищ ведущего отметил, что Борис является сильным человеком, и он не сломался после услышанного диагноза. Он перенес операцию и даже смог вернуться к работе на телевидении.